8 разножанровых конкурсов, сотни творческих представлений и номеров. Видном во второй раз прошел фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну». Апофеозом его стал концерт награждения, где отметили самых ярких и талантливых. Столько много талантливых, умных ребят. Мы рады, что наш Ленинский округ настолько богат талантливыми людьми, и этот фестиваль – доказательство этому. За несколько недель прошли фестивали по разным видам искусства – хореография, вокал, театральное мастерство, литературное творчество. Участниками стали более 1000 человек. Видновчанка Маруся Орлова с песней «Ленинградский рок-н-ролл» стала одной из победительниц вокальной номинации. Номер яркий, с подтанцовкой. Все как у настоящей артистки. До мелочей продуман даже образ исполнительницы. Этот образ, юбка, такая кофта, цепь, куртка. Это, наверное, все потому, что прям песня такая. Прям, когда можно послушать эту песню, и сразу нарисовывается образ в глазах. Анна Колоскова из театрального коллектива «Твит» принимает участие в фестивале уже второй год подряд. И оба раза успешно. Девушка продекламировала стихотворение «Памяти детей», за что признана победительницей в номинации «Выразительное прочтение». Я на самом деле очень рада. Это у меня уже, получается, будет вторая статуэтка. Я буду дальше продолжать также участвовать в разных конкурсах, потому что мне это очень нравится. Мечта какая? Мечта, наверное, больше как-то связать жизнь с актерским мастерством. Проводить фестиваль «Лови волну» планируется ежегодно, а еще в мыслях организаторов сделать его областным, чтобы как можно больше юных и талантливых поймали свою волну. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.